Отец! Что-то происходит! Твой топор! Это мама! Смотри! Она спорит с великанами! Она знала великанов? Это мы! Когда встретили мирового змея! Но как... И наш бой с Бальдром! Это было только что! Стой! Они знали все, что произойдет! Дракон на горе и каменщик. Эти рисунки. Это все про нас. Нет. Это все про тебя. Но что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал. Она великан. И я великан. Почему она скрыла? Она отправила нас сюда, чтобы мы это узнали. Но... Почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Бальдра не отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее, не зная, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел, я ей верю. Каков бы он ни был. К тому же, она еще не ошибалась. Скорей! Мы почти дошли до конца!